Всем привет от LockDog. Вспомнил время, когда заходил каждое утро на хип-хоп.ру, выкладывал новый трек или новую демку, да. Было прикольно, нас всех перло тогда, мы все время двигались по хатам, где делалось музло, по студиям, где делалось музло. Я подумал, почему бы эти времена не вернуть, собрал, так сказать, студию на колесах, так как часто шагоняю везде, вот. Она со мной везде, то есть я могу записывать в поезде, могу ехать в тачке записывать. Собственно, вот ноутбук и вот USB-шный микрофон, который перед вами стоит. Достаточно дает неплохой звук. Что хочу от вас, присылайте мне на ящик, который я внизу указал, музыку, вашу, не вашу, минуса, просто красивую музыку, да, которая может вдохновлять. Желательно архивами сразу по многу, многому я найду по-любому применение. Есть очень много текстов, есть очень много желания делать реально. Так как давно ничего не выкладывал, хочу вам зачитать одну демку, которая будет полноценным треком на продакшн Арсения Трошина. Называется «Не до абстракций». Одну секунду. Минус идет с тех колонок, которые стоят за мной, поэтому не судите строго. Как есть. Да? Осенняя. Время идет, и стало нам не до абстракций. Грязные мысли, снежные трассы. А я мечтал, как серые массы выйдут за грань, будет другая планета. Уезжал с этой мечтой в отделы палаты. Лепилы там убивали таланты, а коммерсанты хотели мой голос сделать своим инструментом и выше подняться. Видимо, наспор, нас с тобой опять же заразили какими-то препаратами. Постой, время пробило уже 12 и молчим. Сложно хотя бы однажды правду сказать, чтобы не падать, чтобы не прятать глаза. Что же со временем стало с нами? Молчим, мокнут на улице люди, дождь по щекам бьет, а те, кто в тепле, уже не узнает, как это шумиха двора. Сейчас уже богатых пора, и понятий все знать не знали. Чем больше ты понтуешься, брат, тем ты больше признаешь, что как шлюху тебя продали. Шоу-бизнес, мани, ни один из них не хотел чисто взять, затянуться с нами. А небо по любой предел, оставим тем все лавэ, кто шарит в рекламе. А мы теряли крышу, теряли мозги, летали выше, воровали, влезали в долги, писали треки, были свободны, не в клетке, не мешали б только жить шприцы и таблетки. После осень приходила и холодно резко, стерлась половина передоза аресты. Жизни простые замесы, люди так хотят веселые песни. Я против вас, пойми, мне похуй на весь мир. Продвигай в толпу свой розовый беспонт. А я тогда был мал, и любовь жила во мне. Были те глаза и другие дела. Потом она ушла по муткам, ушла по подъездам. Ее предал, и писать о ней будет нечестным. Ведь любовь — это сейчас экзотика. Это было лишь интро к еще одному треку за наркотики. Буйную голову не срубай, и таким, как есть, меня принимай. Буйную голову не срубай, и таким, как есть, меня принимай. Я буду смеяться. Буйную голову не срубай, и таким, как есть, меня принимай. Я буду смеяться. Я буду смеяться. Буйную голову не срубай, и таким, как есть, меня принимай. Очень жду ваших писем. Всем от души.